Новый купол, высота которого вместе с крестом составила 9 метров, подняли на Богоявленскую церковь храмового комплекса Александра Невского собора Барнаула. Глава Алтайской митрополии совершил чин освящения на купольного креста. Богоявленский храм был возведен в 1993-95 годах, как первая постройка комплекса Александра Невского собора. Крестильный храм поднимали всем миром, наняли бригаду строителей, а помогали все, кто считал возведение храма своим личным делом. В выходные дни, в любую погоду, на строительной площадке выстраивалась живая цепочка. Люди подавали кирпичи, доски, убирали мусор. Самую трудную работу прихожане возложили на свои плечи. Смиренно твоему безмерному человеколюбию припадающему молимся и милися день. Пошли ныне благословение твое небесное. Купол изготовлен на барнаульском предприятии «Восточная вершина». Его вес более 2 тонн, диаметром свыше 5 метров. Храм действует с 1995 года. С того времени купола ни разу не меняли. Поэтому для собравшихся это событие имело немалое значение. Не только для горожан, для всего мироздания утверждается крест Христов, который есть хранитель всей вселенной, красота церкви, держава верных людей. Ну и демонов язва. Вот так исповедует Святая Церковь крест. И он утверждается навсегда на храмах святых Божьих, как символ победы Господа Иисуса Христа над смертью и над дьяволом. Утверждение правды Христовой, что Бог не в силе, а в правде. В настоящее время в храме действует воскресная школа для детей и взрослых, где обучается более 100 человек. При школе организованы кружки церковного пения, народных ремесел, художественные и театральные коллективы. Работает православное молодежное объединение «Невские».